こんにちは。今もキエフにとどまるイゴーリ・ザバドスキー氏、世界的アコーディオン奏者だ。ロシアの出身だが、40年以上前にウクライナに移り住んだ。ウクライナの平和を願い、今月に入ってから毎日自宅で演奏した動画を YouTube に投稿している。すべて音楽の父バッハの曲だ。どうしてこうした演奏をアップしようと考えたんですか？Я всегда был убежден, что музыка – это самое сильное оружие, самое убойное оружие. Музыка Баха самая гармоничная, она самая масштабная, она близка к космосу, и она объединяет людей, многих вдохновляет музыка. 最初に投稿した曲はエコー。ウクライナで起きている悲劇が反響し、世界に広がっている。ということから選んだ。演奏したのはテレビ塔が爆撃されたあの日だ。何度か砲撃の音が聞こえたが、演奏をやり遂げた。ロスキー氏は今回のインタビューにロシア語で答えた。情報統制が強まるロシアの人々に自分の言葉を聞いてほしいとの思いからだ。Они не понимают, что происходит. Мне их искренне жаль, и среди этих людей есть и мои родственники, и мои друзья. Мне всех жаль.И я действительно получал много уже писем таких от людей, которые верят в пропаганде Кремля. Она просто не может ее знать, потому что в России все на все белое говорят черное. Украина のことを報じる私たちのためにと一曲演奏してくれた。Боюсь никаких бомбардировок. Я даже не ухожу сейчас в таким убежище. Я нахожусь в самом центре Киева. Я доверяю своей армии. А если его разбомбят, то я буду играть до последнего.